В первом полугодии на дорогах «Газпром-Добыча-Ямбург» ДТП меньше, чем за тот же период прошлого года. Эту и другую важную статистику озвучили на совещании по безопасности дорожного движения. Его проводят ежеквартально в формате селекторной связи. Представители подразделений общества, ГИБДД и подрядных организаций обсудили вопросы исправности транспорта, повышения мастерства водителей, режим их труда и отдыха, разобрали отдельные ДТП и рассмотрели нюансы использования видеорегистраторов и тахографов. Большинство поручений после предыдущего совещания выполнено. В год безопасности дорожного движения внимание к подобным темам повышенное, а задачи перед транспортниками стоят амбициозные. В предельном значении, естественно, это ноль дорожно-транспортных происшествий, ноль пострадавших в первую очередь, ну и ноль нарушений правил дорожного движения. Как нашим транспортом, так и транспортом, который ездит по нашим месторождениям, который оказывает нам услуги. Вот это, естественно, цель.